Друзья, снова всем привет. Я вам решил показать экскурсию вот со старого, в сторону старого города. Вот вы находитесь на Массена и хотите пойти в старый город, да? У вас вот ориентир есть отель Aston La Scala. Вот вы видите, здесь остановочка есть, трамвайчика, и вот спускаетесь, вот такая вот дорога вниз. Сейчас будет так интересно, такие маленькие проулочки. То есть я когда здесь был первый раз, навигатор меня довел, но немножечко погрешность была там в 100 метрах, потому что здесь точность, ну, низкая. Тут сейчас смотрите, какие тут есть прелка. А есть такие дома, которые, ну, прям вообще там буквально метр-два, такая узенькая уличка. И, естественно, навигатор не может справиться, и вам он показывает неправдивую информацию. Так, ребята, смотрите, я вам хотел сказать, что вчера во Франции, ну, во Франции вообще сейчас проходит чемпионат мира, так понимаю, по футболу. Вчера играла Франция и Италия. Не знаю, чем закончился, но я первый тайм и второй смотрел, там было 50 с чем-то и 5, то есть Франция лидировала. Вот, а сегодня интересно глянуть, кто играет. Так понимаю, это в Лионе проходит соревнование на стадионе. Вот, везде в кафешках стоят такие телевизоры и проходят трансляции. То есть французы-любители посмотреть футбол. Такое красивое, так понимаю, это опера. А может, это не опера, я не буду врать вам, напишите, что это за здание. Потому что я не глянул на картах. Опера дальше идет, ближе к морю. Здесь, смотрите, сколько людей полно. Блин, как круто. Очень атмосферно. Так что Ницца, она такая вот, знаете, по-богатому. Радостно все встречает. Ну, понятно, что у кого есть деньги. Без денег здесь будет сложно. Если вы беженец, вы можете, естественно, приехать с Украины, поселиться в лагерь, пока что принимают еще. Вот. А дальше вас распределят куда-то вглубь, но здесь уже не оставят, потому что Ницца переполнена. Это повезло людям, тем, которые приехали, когда только началась война, 22-й год, вот уже до лета, до сентября уже было распределение квартиры, все уже было занято. Сейчас уже с этим немножечко тяжеловато. Если у вас, конечно, есть вот знакомые, у вас бизнес, то вы можете остаться, то есть попроще вам будет. А так, если вы первый раз, вот, как я, к примеру, приехал, будет, конечно, сложно. Нужно иметь какое-то сбережение для того, чтобы арендовать квартиру и начать учить язык, а дальше и на работу, естественно, нужно устраиваться, потому что сидеть на пособиях тоже, знаете, то еще удовольствие. Так что есть свои плюсы и минусы Франции, но это я буду потом рассказывать уже. Я так вам просто образно рассказал, что пока что еще принимают беженцев. Все как бы нормально, питание, жилье, в лагере, это хорошо. Никто пока с голоду не умер, жить можно. Ради такой красоты, я считаю, сюда приехать должен каждый. Как видите, все забито. Я не знаю, как они бронируют за неделю, за две. Просто прийти. Это чудо. Ну, если после 10-11, когда там уходят, а так вот 7-8 уже все французы сидят. Ну, посмотрите. Я в шоке. Да. Я уже покажу свою любимую кальянную Тай Махай. Так что до встречи. Супер. Джордж.